В нашей программе есть рубрика «Мобильный репортер». Каждый, кто запечатлел интересный факт на видео, может принести съемки в редакцию. Телезрительница Анастасия решила проверить, как на самом деле можно зарегистрироваться на федеральном портале госуслуги.ру. По словам девушки, она давно хотела пройти регистрацию на портале, чтобы оформить загранпаспорт. Это можно сделать как в Федеральной миграционной службе, так и через портал госуслуг. Телезрительница выбрала более современный способ. Прочитав тему в форумах о том, что процесс трудоемкий и отнимает много времени, задумалась, но от своей идеи не отказалась. Как оказалось, зарегистрироваться было несложно. Она решила не ждать 2 недели, чтобы получить код по почте. Анастасия подошла в отделение Ростелекома, что на улице Гагарина. Придя туда, она сняла процесс получения пароля на камеру мобильного телефона. Весь процесс у нее занял 2 часа. Все, да? Возможно, спасибо. Нашему мобильному репортеру повезло, что так быстро и без задержек ей удалось зарегистрироваться и получить код активации на портале госуслуг. А если вы столкнулись...